Шоссе 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Нет, не забыли российские власти про идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час. Тему активно продвигают московские чиновники. С их подачи МВД и Министерству транспорта поручено до 1 августа этого года дать подробный расклад по соответствующему вопросу. Ранее, напомню, против снижения порога выступили некоторые высокопоставленные чиновники, в том числе руководство полиции. Трасса 101. Взял машину у знакомого, в полис ОСАГО не вписан, стал виновником ДТП. Кто будет возмещать ущерб? Непосредственно водитель или собственник авто? Такое дельце информирует российская газета, кочевала из суда в суд, пока не дошло до суда Верховного. Он принял интересное решение. Отвечать придется и хозяину машины, и тому, кто в момент аварии находился за рулем. Степень их ответственности выяснится в ходе дополнительного разбирательства. Трасса 101. Volkswagen начал принимать заказы на Golf 8-го поколения. Хэтчбэк стоит минимум почти 2 миллиона 560 тысяч рублей. Начальная версия комплектуется 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4, трансмиссия 8-ступенчатый автомат. Еще есть 2-литровый 245-сильный турбодвигатель, работающий в паре с 7-диапазонным роботом. Трасса 101. Ближайшие десятилетия, обещают нам, станут переломными в истории автотранспорта. Электромобили вытеснят машины с ДВС. А сколько электрокаров насчитывается сейчас? Не так уж и много. По подсчетам немецких специалистов, около 10 миллионов штук на всю планету. Причем почти половина из них зарегистрирована в Китае. На втором месте Европа, на третьем США. В России сейчас насчитывается порядка 11 тысяч электромобилей. Трасса 101. АвтоВАЗ, сообщают некоторые издания, утвердил внешность нового поколения Лады 4х4 или Нивы, как ее называют по старинке. Любопытно, но модель не получит переднюю часть в фирменном X-стиле. Однако от морально устаревших круглых фар все-таки избавятся. Как сообщалось ранее, внедорожник получит реношную платформу. Двигатель разместят поперек авто. Кроме механической трансмиссии будет вариатор. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.